Всем большой привет! Для бантика нам понадобится атласная лента 2,5 на 6 сантиметров, 5 штук, репсовая лента 4 на 12 сантиметров, также 5 штук, и один отрезок 4 на 32,5 сантиметра, а также основы для бантика и декор. Из отрезков атласной ленты 2,5 на 6 сантиметров делаем острый лепесток канзаши, как для астры. Из отрезков 4 на 12 сантиметров делаем обычный круглый бант. На отрезке 4 на 32,5 сантиметров делаем разметку через каждые 6,5 сантиметров. Теперь прошиваем каждую часть, так как показано на видео, скругляя уголки. Это будут лепестки нашего цветочка. Такие цветы я уже делала из атласной ленты шириной 2,5 сантиметра. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Собираем бантик, крепим его на основу и декорируем.
Исходя из своего опыта, я поняла, что резиночку лучше не приклеивать. А что вы думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. Если хотите сделать серединку из бусин, то лучше сделать это на данном этапе. У меня серединка стразовая на металлической основе, ее я буду приклеивать на клей момент кристалл уже в самом конце. Такие бантики в школу у меня получились. В конце видео я покажу вам, как эти бантики выглядят в другом цвете. Эту пару бантиков у меня забрали еще до выхода видео. Буквально сразу же, после того, как я их сделала. Так что не сомневайтесь, они в любом случае понравятся вашим покупателям. Или если вы делаете их на подарок. Спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!